Серьезная авария произошла в ночь на субботу в Чебоксарах на пересечении Московского проспекта с улицей Константина Иванова. По предварительным данным, Audi столкнулась с Пежо, который поворачивал налево или разворачивался. От удара Пежо развалился на части, его остатки разлетелись по проезжей части, сообщает портал «За рулем». По данным очевидцев, пассажир Пежо от полученных травм скончался на месте. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Еще в 2014 году он лишался прав на 20 месяцев. Лишенным права управления оказался и водитель Audi. После ДТП мужчина сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД.